have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы в арсенале. Давненько... О, мы здесь не были. Блин. Не успел вписаться в игру. Снес чуваку 85, но... Есть! Вы мне сходу вебли даете, серьезно? Да ну блин, он не автоматический, он медленный, он, ну я не знаю. Очень долго переза... 6 патронов, ага, суперски просто. Обожаю. Ты только прикинь, сколько можно отчетно сделать на 6 патронов. Ну хорошо, 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 одного чувака я убил, все, нормально. Ну, не трожьте меня, блин. Я ненавижу лазерный пистолет, это стим. Есть. Блин, ну да, я не рассчитал. О, они поменяли менюшку киллов сверху. Угу. И еще они просто поменяли менюшку. Блин, двоим чувакам снес по 85. Есть. Ты парень, у которого было 15 ТП. Есть. Всех помирил. Я отомстил, я мстя. Мстя моя будет ужасна. Слушай, неплохо, неплохо. Ворвались. Главное, вебли бывают просто такие оружки, которые нужно пересилить. Я хочу МД. Зачем я... А, не, я его убил. Хотел сказать, зачем я стреляю без прицела, но нормально, я его убил. Слишком низкие скины у людей, они просто прячутся в воде моментально, их нет. Их есть у меня. А ты... Да ёлки, почему я не могу попасть в него? Ненавижу. Итак. Надо попробовать кого-то грохнуть из этой штуки. О, у меня остался Генри. Ай, блин. Из мушкета, серьезно? Ну да, мушкет ваншотит. У меня 13 киллов, кстати. Правда, это... перезарядка целых 10 секунд. Ага, вечность. Да. До свидания. Томми Ган! Я сделал хочу, когда парень прыгнул, я сделал хочу в воздухе! Это прикольно! Э, уже золотой пистолет! Нет! А чё, зато у меня уже 20 киллов. А где я? О, у меня два вулкана. Классно. Ай, блин. Ладно, давайте строим снеговичка. Неплохо, 17 киллов. Ты на третьем месте. Вообще ворвались. Крутяк. Завод, кстати, я не помню. По-моему, завод это новая карта. Давайте пойдем по стандарту на две команды. Метро это новая тоже карта. Ну да, мы как раз метро и выбрали, видимо. Хорошо, поехали. О, с Гарандом. Кстати, ребятки, насчет Гаранда. Я недавно видел одну интересную такую штуку, в которой рассказывали как раз про винтовку Гарант, вот эту М1. Вот. И как у солдат был термин, который назывался палец Гаранда, когда неправильно заряжали... О, kill challenge complete, отлично. Хашпати. Блин. Когда неправильно перезаряжаешь обойму этой винтовки, можно легко сломать себе палец. И как раз вот эта штука называлась палец Гаранда. То есть, когда... Да, до свидания, блин. Когда человек случайно при перезарядке ломал себе палец затвором этой винтовки. Были даже специальные указания о том, как правильно перезаряжать эту винтовку. Чтобы твои пальцы остались целыми. Через сетку можно убивать. Да, я знаю, я только что убил человека через сетку. Ну да, еще когда ты сверху, то можешь убивать людей снизу.
Я хотел стать спаун-кемпером, вы чё? Ну, блин, ну просто с карабином Спенсера это не сделаешь. Он слишком... Мне показалось, что это хорошо. Блин, я двоих убил. Ай, блин, это было жалко. Я чувака, короче, из... Я выбежал прямо под поезд. Почему я не делаю фейстабы? А я не могу делать им фейстабы. Фейстабом нету фейстаба, есть репост. Ну ладно, репост. А, это ты улетел уже, все, я понял. Чувак ко мне подкрадывался с ножом. Ты вообще нормальный, что ли? Блин, у лазерного меча есть минус. Это сам лазерный меч. Блин, гранатомет. Нет, он хороший, просто он медленно перезаряжается. Это М79 гранатомет. Блин, а это... Это поход... А, воу-воу-воу-воу! Сзади, я не заметил. О, Вебри. Удачи. Я просто не был сверху, поэтому меня убили. Да почему же у тебя это... Я еще и себя этой штукой взорвал! Да серьезно! У него это... Ай... Просто... Да я знаю, я видел ее. А я думал, нет. Я видел ее, просто она меня не успела убить. Нормально. Дай, блин, здесь только с тяжелой винтовкой бегать, ага. Я уже на пятом. Вот, как бы, добро пожаловать. Блин, я обожаю Маузер. Маузер это просто самая лучшая пушка. Да хорош, блин, я с этой винтовкой никак... Я уже на третьем месте. Чувак как-то 27 киллов, 29 киллов сделал. Да здравствуй, блин, ёппарасете. Хедшотнул из Дигла. Третье место, вы офигели. Я вообще выигрывать бэкстап, пришел, если чё. Ты у меня бэкстап украл. Гранатомет, Гранатомет. Да чертов лазерный пистолет. Я ненавижу лазерный пистолет. Нету пушки хуже, чем он. Блин, они все здесь. Золотой пистолет! Да серьезно, ты с золотым пистолетом прячешься за углом, ты... Блин, вот... Ай, ладно, хорошо, хоть мне этот килл засчитали. Вот это было сейчас подло. Есть. А я тебя вижу. Я запрыгнул на метро. Круто. Живой остался? О, минус три! Минус три! Стрик-файв! Вот это круто. Зачем ты? Сигл, самый дальний. Да, поезд! Зачем ты прячешься? Они прячутся. Я прячусь, я сверху. Да елки-палки, они там вдвоем стояли, ныкались. Как только я их нашел, они. Ладно, третье место. Хорошо, годится. Мне нравится. Ну как так? О, парни так что приехали. Блин, прикинь, я был этот лидер матча. Круто, я только сейчас это понял. Поздно. Это получается, что остальные два чувака лидеры были в синей команде. Мы их прессовали всю игру, а у них два лидера в синей команде. Ты серьезно? О, ладно, поехали. Мне это не нравится. О, ФАМАС. ФАМАС. Блин, когда рожочек, мне дадут, пирожочек. Когда мне дадут мой М9? До свидания, чувак. С ФАМАСом ты мне ничего не сделаешь.
у нас какой-то цель. Оба. Ой, я тебя вижу. Я просто направила прицел рандомно и прямо тебе в голову. Ты в синий, что ли? Нет, я в красный. А. Просто на рандом такой навел прицел случайно и прямо тебе в голову прилетело. Минус, минус. Я люблю Скар. До свидания. Ой, по 90, блин, все, вешайтесь. Этот килл мой. О, ты не до свидания. Быть? Золотой калаш, блин. У, я люблю. Тут банановая калаш. Обойма, если что. Ну да, ты что, не знал? Знал. Он стреляет не столько жесткими витаминами. Да ёпара СТ, я двоих чуваков посел. Вот, одного убили. Писмейкер, крутая штука. Миротворец. Я сделал хэдшот с писмейкера рандомом. У меня прям какой-то рандом. У меня тоже из писмейкера хэдшот получился сейчас. Спасите, крутой. Спасите, так. Ой, оружие Рихтера. Муха. Блин, муха это плохо. Рихтер, муха да. Плохо. Муха блин. Плохо. Да блин, вылезай ты уже отсюда. Из мухи ноу-скоуп сделал, но, блин, ей, кстати, повысили урон, у нее был урон 50, если я не ошибаюсь, сейчас. Нормально, просто беру фонкеймер. Не, я их обоих ушатал, все нормально. Это был не мой килл. До свидания. Просто шел такой чувачок. Офигеть, это как я под раздачу-то такую попал? Блин, скин викинга прикольный, мне нравится. А мне не нравится, какой-то тупой скин. А-а-а! Там уже бьют. Да блин, викинг, куда? Да какой же стороной-то? Хочу из мухи. Нормально. Я попадаю в людей, Дигл, ты что? О, у парня скин детектива. А! Ничего себе, как я напугалась. Я, это был хэдшот сейчас, но, блин, какого фига, ребят? Ты представляешь, как я напугалась, прям не представляешь. Вот это было сейчас нечестно, где-то... Да, я видел, что сзади. О. О, на башне двое. Я вижу. Один с пулеметом. Вот это сейчас тоже был хедшот. Ты вылезешь или где? Да, наконец-то, блин. Я думал, хедшоты вообще отключили. До свидания. Что это такое? Нормально такой, развернулся, нормально. За два патрона меня убил. Ха-ха. Так, ладно, я понял. Есть. Блин, уже килл-лидер есть. А, ну в смысле этот. Я хочу посмотреть, сколько у него будет килл, когда он выиграет. А попадать ней не будем? Наконец-то. Ха-ха. 18 киллов, блин, я спокойно мог сейчас взять третье место, если бы еще хотя бы... Вот по этой девчуше я попал, у нее там жизни 20 чем-то оставалось. Вот, ну, блин. Даже не знаю. Ладно, нормально. Кстати, что у нас? А, это у нас киллы вот это, та-та-та-та-та, это не то. И это тоже не то, извините. Вот, викинга сейчас 1400 можно купить. Можно купить бродкастера за 1200. А мне дилер нравится. Прикольный. Солдаты за 800. И не, дилер за 1200. Ну, даже... Да, блин, я привык, что эскейпом это скипывается. Так, хорошо. О, это новый чёрт. Нет, я на этой карте был. Она прикольная, пока ты наверху. Когда ты... Когда ты внизу, то эта карта теряет смысл. Это вот... Откуда? Я видел файл, у меня с камушка такого будет. Из 3-9 камушка вылез. Ох, молодец! Железный Дед Мороз очень сильно палец. Офигеть! Я в него стреляю, у него остается 6 жизней, он разворачивается и меня ваншотит. Ну. Тут, вот тут... Окей, тут я сам накосячил, согласен. Но до этого... До свидания. Я люблю,
тупые, если где-то там с горы, со передами, где тебе никто пить не достанет. О, я кого-то убил, кто-то попал под раздачу. Когда ты убил парня, он улетел на ракете, и я подумала, что он на какой-то новой пушке улетел. И я начал по нему стрелять, и я... у меня просто обойма пропала вот так вот, таким образом. Так, с двумя вулканами тут делать нечего. Ползи отсюда. До свидания. Ты украл у меня кил. Я их спамлю тут потихонечку. В смысле? Я думал, ты... О! Ну, я убил его! Бетаранги! Бетаранги? В смысле? Это что сейчас, блин, было? Что такое было? Откуда? Он телепортировался, я видел его. Меня чувак бэкстепнул вообще из ниоткуда. Да на, сдохни. Он же самый парень. А, он телепортируется. Он читер? Наверное. Я видел, он даже не заспаунился, у него щита не было. А, да, вот. И, кстати, я его бэкстабнул быстрее, чем он меня. Чё это? Тавор? Чё за пушка? Это новая пушка какая-то, прикольно. Да, классно. До свидания. Да ё-моё. Ай, пацаран! До свидания. Это был мой эфис, я съел ему больше ТП. Так, Сакл 85. Подозреваешь его в читере? Нет, ну вот, по крайней мере, вот этот вот Эрикс Бро, надо будет посмотреть, как он себя ведет, по крайней мере. Осуждаю его. О, этого чувака я убил, хорошо. Я могу силы так смотрела, если бы это не выше бы один. Это ты как сейчас на елку-то взлетел? А, до свидания, лети дальше. Неплохо, наконец-то киллы пошли. Почему у меня рефлексы без... ладно, я думал, это меня из снайпа прикинули. Такое месиво внизу, вообще нереальное. Я люблю скорострельные дробовики. Когда они в твоих руках или против твоих рук? О, спасибо. Спасибо за то, что вы убили его за меня. Блин! Любовь! Я Слэйр! Это моя пушка была! Есть! ППШ? Серьезно? Блин, тут ребята просто летают, мне это так нравится. Они такие под гравитацией, вот так вообще. Я стоял долго, блин, клювом щелкал, зараза! Я не понял, что только что произошло, я тоже долго стоял клювом щелкал. Рандомный хэдшот опять, там нормально. До свидания. Откуда он взялся? От верблюда. Он что, снега прилетел? Блин, их там, их три штуки, я убиваю одного, их три, ты серьезно? Ай, черт. Блин! Казачок! Офигеть! Как я... Вот это я сейчас реально подставился. Их слишком много. Дайте мне срочно взрывную пушку, чтобы я... Вот у меня сейчас ракетный ланчер, из которого я никого убить не могу. Дойди до 30 киллов. Блин, чувак дошел до 30 киллов. Ёлки-палки, я тоже... Парни, да как 97-то? Убейте его! Какого фига? 23 место и 3 место из последних. 23. Есть, у меня золотая сковорода. Слушай, ты не мог бы пока что никого не убивать? Мне нужно еще слово. Блин, не мог бы. Да откуда вы вылазите? Откуда? Из каких пещер? Ну блин, дайте мне убить кого-то! Нет! Да
ну это тупой мок. Нет, я второе место, черт. Ладно, золотая сковородка. Вообще, все равно, у него что-то мало киллов, мелкий левел. Ладно, ладно, ребят, это было прикольно. Ну, примерно вот так мы сегодня с вами поиграли. Так незаметно прошли 20 минут. Вообще, опа, одним махом. Ладно, ребятки, заняли почти первое место. Ладно, второе тоже считается. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Увидимся в следующих сериях. Всем покеда. Всем оладушек.